Только ли от воздушного шума актуально организовывать звукоизоляционные мероприятия? Отнюдь. Сосед с перфоратором, топающие люди по вашему потолку, точнее по своему полу, не менее, так сказать, болезненная проблема. И вот как это примерно работает. Вот этот самый пол, а вот этот человек с перфоратором или сильно топающий. Стакан воды практически убежал. Что же делать? Как же защитить себя от подобных коллизий? Очень просто. Организовать напольную систему с плавающим полом. Где же они плавают? Очень просто. Стяжка как бы плавает на слое упругодемпфирующего материала из минеральной ваты. Собственно, вот наша стяжка, вот слой упругодемпфирующего материала. Как это работает? Очень эффективно. И вот наглядное тому подтверждение. Тот же сосед с тем же перфоратором или ногами. И стакан воды остается без движений. Очень эффективное решение с минераловатным звукопоглощающим материалом.